в рамках 25 и 55 вывозных рейсов, которые должны быть совершены из Таджикистана в Россию и наоборот из России в Таджикистан с 21 августа до 1 сентября. Полеты будет осуществлять и таджикский перевозчик Самон Air. Об этом сообщил Азия Плюс директор агентства гражданской авиации Таджикистана Икрам Субханзода. По его словам, авиакомпания и раньше совершала вывозные рейсы в Россию, но сейчас количество рейсов возрастет. Рейсы планируются из Таджикистана в Санкт-Петербург, Москву, Краснодар, Казань, Сургут и Екатеринбург, и наоборот из этих городов в Таджикистан. Из Таджикистана Самон Air, наряду с российскими авиакомпаниями, будет вывозить российских граждан и граждан, имеющих право на въезд в Россию. Стоимость билетов зависит от количества свободных мест в самолете. Если самолет из Таджикистана в Россию летит без единого свободного места, то цена авиабилетов из России будет снижена на 50%, отметил директор гражданской авиации Таджикистана Икрам Субханзода. Вчера авиакомпания Самон Air на своей странице в Facebook заявила о снижении стоимости авиабилетов на чартерные рейсы. Уважаемые пассажиры чартерных рейсов из городов Российской Федерации в Республику Таджикистан, доводим до вашего сведения, что в связи с разрешением на вывоз граждан России из Таджикистана, а следовательно, обеспечением частичной загрузки борта в направлении из Таджикистана в города России, руководством авиакомпании принято решение о снижении стоимости билетов на все рейсы из Российской Федерации в Республику Таджикистан до 31 августа 2020 года, включительно, отмечалось в сообщении.